Не, что-то у меня контрол, короче, не работает. Да? Да, я реально не знал, что он мне контрол не работает. Вчера работал уже, сегодня не работает. Вообще без понятия. Ну, он заел на одном месте просто. Слушай, можешь тут посидеть около движка пару секунд? Конечно. Я тебе просто скажу, когда его выключить. Угу. Сейчас, подожди. Пусть пока выкачивает. Так. А, нет, Ctrl работает, просто надо нажимать как-то его очень. Да, я знаю, знаю, да. Все, вырубай. Все. Тут еще немного сейчас залетит, в которые не дошли. Опа-на. Выплевывает, зараза. Вот тут и надо големов, понимаешь? Угу. Для того эти твари и думаны. Давай тогда начнем исследовать. Не-не, сейчас надо ветряки. Сейчас надо ветряки в первую очередь. Так, кстати, там вот на тебя обшивку, и на тебе вот это, и на тебе вот это. Переделай это все в железо. Ну пошли, будешь тоже показывать. Как это все делается? А, стоп, это... А, не в печке ты будешь делать. В печке, но в большой. А, ну вот, получается, стальной слиток разочарован, стальной слиток. Стальной слиток мы забираем. Идем наверх теперь. Нет, стоп, я сейчас электричество немного потрачу. Вот так вот. Сколько жрется, мне интересно. Да нет, вроде не жрется. Что-то все электричество куда делось, я не понимаю. Ну ладно. Это загадка. Не знаю какая. О, скелетик прикольный, кстати, повесил. Я броню уже давно не заряжу. Ну заряжай, пока там есть. Там мне пока нет, не надо заряжать. Вот видите, народ, я тут схемку поставил. То есть вот у нас там сзади стоит рычаг. Вон там вот рычаг. И насос это получается Small Electric Engine, да? И он работает от... кабеля, который, вот видите, подведен к нему.